Здравствуйте, уважаемые читатели блога lookup.ru. Сегодня мой небольшой видеообзор об игре, которую уже наверняка все знают, называется она Мини-Горе. Это основное меню, из которого мы можем попасть в High Scores, максимальные очки, мой результат 3646. Опции. Авторы. И доступ к сети OpenFaint, с которой работает игра. Так, начнем игру. Два стика, один для передвижения, второй для стрельбы. Управление отзывчивое, хорошее, все очень просто. Так, началась атака. Если вы читали текстовый обзор этой игры на моем сайте, то вы знаете, что эта карта единственная на данный момент. И монстры тоже не отличаются разнообразием, только такие. Отличаются они лишь размером. Дальше будут видны. Только что я взял листочек клевера, по-моему, это клевер, который впоследствии даст возможность воспользоваться бонусом. Собрать их нужно 3, и лучше их не пропускать, они иногда очень помогают. Карта достаточно большая, можно прогуляться. Сделана она хорошо. Так, второй. Опачки. Советую держаться на открытой местности, если вы хотите заработать очков побольше. Потому что, находясь возле кустов или возле границ карты, скорее всего, вы умрете. Радара нет, поэтому не видно, откуда кто может прийти. Так, а вот и третий листочек. Взяв его, Джон Гор, главный герой игры, превращается в такого вот силача. Ну, бонус очень скоротечный, конечно. На него рассчитывать не стоит, в трудной ситуации вряд ли он вам попадется. Потому что собрать 3 листочка трудновато иногда. Чуть не съели. Всего у вас 2 жизни. После второго нападения. Опа, вы умрете. Очень не хватает бонусов, таких как ускорение шага или другого оружия. Пока доступен только пулемет и дробовик. Дробовик можно взять, когда. Вот он. Я его не люблю, стрелять из него мне не очень удобно. Лучше ящик взорвать, больше пользы будет. Тут трудно попасть, как видите. По крайней мере мне. Единственное удобство — это уничтожение этих больших монстров, которые делятся. Так, где-то бродит еще третий вид. Он еще больше, он делится на 2 средних, а средний делится уже на маленьких. Надеюсь, нам удастся дожить до этого момента. Музыка в игре отличная, особенно в наушниках. Стрельба, слова, смех. А вот и он. И он надо изрядно пострелять, чтобы он начал делиться. А он еще один. Не взял. Ну вот и все. 880 очков. Мой максимальный результат 3646. Как я сказал, в интернете я читал, что кто-то набрал более 18 тысяч. Но это, наверное, нужно было много раз уходить, пить чай и ставить на паузу игру. Итак, в заключении скажу, что игра хорошая, но стоит ее еще стоит сильно наполнить разработчикам, чтобы она
на 100% удовлетворила покупателей. На данный момент игра уже побывала в топе платных приложений, в американском, правда, но это, конечно, лучше, чем российский, это больше денег. На данный момент разработчики ведут работу над обновлениями, над введением в игру новых героев, но лучше бы, конечно, они сосредоточились на бонусах, оружии и картах. На этом, пожалуй, я закончу. Спасибо за ваше внимание. Заходите на наш сайт.